Войска правительства национального согласия Ливии продолжают наступление на позиции боевиков исламского государства в Сирте. Битва за этот город продолжается с 12 мая. Правительственные войска, состоящие в основном из добровольческих отрядов, сформированных в городе Мисурата, еще в июне объявили об освобождении города, но сопротивление игиловцев подавить до сих пор не удалось. Этот микрорайон полностью освобожден. Теперь боевики исламского государства контролируют только микрорайоны 1 и 3. Они окопались именно там. Мы продолжаем наступление, развязка близится. С начала месяца по позициям ИГИЛ наносят удары самолета ВВС США. Жертвами боев, по данным ряда медицинских источников, стали свыше 300 человек, еще более 1500 получили ранения. Освобождение Сирта позволит изгнать ИГИЛ со стратегически важной приморской трассы, связывающей Восток и Запад Ливии. ИГИЛ установил контроль над Сиртом в феврале 2015 года.